Хари Кришна, дорогие преданные. Сейчас мы завершаем Навадвипа Парикраму 2020 года. Это удивительное событие. В этом году в Навадвипа Парикраме приняло участие 12 тысяч преданных. Было 7 групп. Группа для тех, кто говорит по-русски, группа для тех, кто говорит по-английски, для тех, кто на тамильском говорит, и 3 группы было для тех, кто говорит на бенгали, и 1 группа для тех, кто говорит на хинди. Это удивительное событие, которое происходит раз в году. Накануне Гаро Пурнимы преданные собираются в Майяпуре, чтобы пройти 9 островов Навадвипы, получить милость Господа Гауранги. И Шрила Прабхупада, он объясняет, что те, кто хотят достичь чистого воспевания святого имени, они должны принять прибежище у Шри Панчататвы. Это единственный способ, как преодолеть все оскорбления. И такая возможность предоставляется здесь, на Навадвипа Парикраме. Мы можем полностью принять прибежище у Шри Панчататвы, воспевая вместе с преданными, катаясь в пыли Навадвипы, принимая Махапрасад от Шри Шри Гор Нитай, и так полностью принять прибежище у Шри Панчататвы и получить их благословение для того, чтобы воспевать чистое святое имя. Поэтому приглашаем всех принять участие в этой замечательной парикраме в следующем году. Мы ожидаем, что, по крайней мере, хотя бы 1000 преданных, говорящим на русском языке, примут участие в парикраме, и вы можете стать одним из них. Хари Кришна.